каждом российском населенном пункте в День Победы проходят праздничные мероприятия. В селе Хоринск прошел торжественный митинг, посвященный 76-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. На центральной площади собрались хоринцы, чтобы почтить память тех, кто сражался на фронте и держал оборону в тылу. К мемориалу воинов, павших в боях Великой Отечественной, возложили венки глава Хоринского района Юрий Широбдаджиев и председатель районного совета депутатов Валентина Салдруева. В 1941 году из Хоринского района на фронт ушло 2800 человек. Из них 1100 солдат погибли на полях сражений. Те, кто вернулся с войны, поднимали сельское хозяйство, работали в колхозах и совхозах. В районе сейчас проживают 100 тружеников тыла и 576 человек – дети войны. Сегодня Хоринский район отмечает великий праздник без фронтовиков. Этот праздник мы, конечно, только в прошлом году не получилось в связи с пандемией. А проводим ежегодно, проводим массово. Очень массово мы проводим бессмертный полк. А в этом году мы бессмертный полк проводим в онлайн-режиме. От всей души хочу поздравить всех, не только жителей Хоринского района, нашей республики Бурятии, всей нашей великой России с этим великим праздником. И пусть больше никогда не будет войны. Торжественным маршем по центральной площади прошли юнармейцы и учащиеся школ района. Звучите торжественно марши! Несколько лет назад была издана книга памяти ветеранам Великой Отечественной, которые учились в первой школе. Опыт издания данной книги вдохновил хоринцев на создание электронной версии, куда вошли имена и сведения о всех героях хоринцев. Активное участие в издании книги принял районный совет ветеранов, который также внес вклад в реконструкцию памятника воинам в улусе Барун-Хасурта. Праздник 9 мая – это праздник всех, независимо кому сколько лет сегодня. Это праздник и тех, кто уже с убеленными сединами сидит дома возле телевизора. Это праздник и тех, кто сейчас вышел на пенсию. Это праздник тех, кто сегодня трудится, продолжая дело своих отцов, матерей и дедов. У памятника Вечному огню творческие коллективы всего района представили зрителям тематические военные номера, инсценировки, песни и танцы. Пришлось пройти, это тех, кто в штыки. Войска напали. В завершении митинга сотрудники авиалесоохраны района развеяли над центральной площадью три флага – Хоринского района, Бурятии и России. Сегодня великий праздник. Сегодня 9 мая. Для нас, для всех это величайшее событие. У каждого из нас деды уходили на войну. Мой дедушка Владимир Цветамбаевич в 1939 году ушел и вернулся только в 1946 году. Войну закончил в Норвегии. Он воевал под Москвой, под Ленинградом. У него очень много медалей. Мы очень гордимся нашим дедушкой. С каждым годом участников ветеранов Великой Отечественной становится меньше. Ну а подвиги каждого, кто приближал победу, здесь не забудут никогда.